YouTube, привет, здравствуйте. А это вас Твича беспокоит. Не забывайте заходить, кстати, на стримы по Твичу. Ссылочка внизу в описании. Там всегда, всегда у нас стримы по Твичу. Это серьезно сказано. На стримы на канале Твича. Вот, сегодня очередная серия по Ведьмаку. Вы все топили, все просили в State of Decay. Ребят, спасибо, кто поделится, жмет под видеороликами, кто ставит лайки, кто комментирует. Это очень помогает, продвигает и стимулирует к дальнейшему продвижению. Всем приятного просмотра. А мы погнали. Эх, красота, ляпота. У нас был еще квест с вами с картами на 22-м левеле, который вы мне сказали, не ходи, а то запоришь там раны, еще что-то. Гололед. Извините. Что-то я маленько не подрасчитал. Так, самый децл. Самую малость. Просто присев. Спасибо. Спасибо. Спасибо за латовый ламповый стрим. Подписан уже год. Ладно. Друзья. Спасибо. Химка. Хитка. Хитка, не химка, а хитка. Хитка, интересная, девочка или мальчик? Девочка или мальчик? Как вы думаете, девочка или мальчик? Олкэш, спасибо. Да. На самом деле, я думал, ты всегда будешь ждать. Между прочим. Мне бы было очень приятно. Вот я бы тебя всегда бы смотрел, вне зависимости от того, выбрал ты Йеннифер или Трис. Угу. Девочка. Где-то девочка, где-то мальчик. Так, тихо там. И-ха-ха, опять. Так, ну что ж, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это со Степухи, дядь Леш, спасибо за все, что рассказываешь. Через что тебе пришлось пройти, и чтобы ты... Кем бы ты стал? Еще раз с уважением. Бля, спасибо тебе огромное, ребят. Спасибо вам за такие донаты крупные. Спасибо. Ну что ж, давайте на последнюю нашу битву, на самую серьезную, собирать себе однополчан, так скажем, да, людей, которые нам помогут, которые нас поддержат и которые дадут просраться этой охоте. Поговорить с Золтаном. Я, конечно, прошу прощения, я что-то... Портнуться просто в Новиград, наверное, надо. Расколдовать уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете это вовсе не человек. Где там хваленая мужская дружба, не говори. Он, конечно, взял, бросил меня, ясно. Во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Так, друзья мои, мне интересно... Ага. Братья по оружию, Новиград. Тьма, охотники. Так, почти угадал, кстати. Плюс бокс второго левела 100к. Грац. Жди, жди. Скоро все будет. Очень скоро. Эльфа. Спасибо. Там один бокс остался первого левела. Один. Последнего, кто пытался влезть в мои дела, нашли только через месяц. Они что, Золтану угрожают? Меня хорошо понял, Хивай. Зачем так нервничать? Мог бы просто относиться ко мне как к проявлению здоровой конкуренции. Зачем ты с ним вообще споришь, герцог? Я всегда говорил, два сломанных колена значит гораздо больше тысячи слов. О, Геральт, хорошо, что ты здесь. Чё, проблемы, что ли? У вас проблемы? Проблемы? У нас какие-то проблемы?
Нет. Чего я не понимаю? Я просто хотел, чтобы ты познакомился с моими друзьями. Сань, здорово. Пока они не убрались отсюда. А то они как раз хотели попрощаться. Правда? Мы с тобой еще посчитаемся, Хивай. И очень скоро. Что такое, герцог? Ты вшивого мутанта испугался? Хочешь, я его тебе прямо здесь уделаю? Посмотрим, что у него внутри. А потом велим краснолюду это сожрать. Хочешь? В другой раз. Идем, граф. Вот так вот. И чтоб больше мне тут не показывались. Тьфу! Эх, вот это я, сука, попал. Как 5 крон в говно. Что случилось-то? У тебя с ними какие-то дела? Как раз наоборот. Видишь ли, Геральт, мой старый друг. Ты хочешь попросить у меня помощи? Дело в том, что я вроде как должен некоторую сумму нашему общему приятелю Франциску Бедламу, королю нищих. И чтобы отдать долг, я решил серьезно заняться. Спасибо, Кэш. Гвинтом. Все лучше и лучше. Нет, я не Гвинтом? Играю. Я картами занимаюсь. Самые редкие экземпляры продаются теперь по заоблачным ценам. К сожалению, другие об этом тоже знают. Я собрал отличную коллекцию. Не хватает только 3 карт. А как соберу все, тут же все продам. Но у меня на хвосте сидят люди герцога. Ну так как, Геральт? Да давай. Хорошо, попробуем эти карты раздобыть. Чего не хватает? Фрингили и Виго из Ингрима и Яна Натальса. Их чертовски трудно достать. А, по-моему... Герцог, пытается, да тоже без того. По-моему, у меня какая-то есть карта. Не имеешь, где их искать. Ну, может, не все так плохо. И я готов поручиться, что они есть у Зеда. Он последнее время бросил скупать краденое и торгует только картами. Только он со мной не разговаривает. Я уникальную карту из колоды белок перекупил. Лучше ты к нему сам зайди. Зед, где-то я о нем уже слышал. Сейчас будет разнос просто. Важная персона в мире игроков. Владеет лавочкой у южной стены. И спасибо, Геральт. Теперь я, может, и правда расплачусь с долгами. Не за что. Бывай, золото. Ясно. Вечный огонь. Да давайте поможем. Это очень интересно на самом деле. Тем более с Гвинтом связано еще и квест. Такая интересная вещь. Мне, кстати, люди говорили... Типа потом будет сложно со школой кота. Ну, ребят, пока вроде нормально все. Далеко вообще бежать? Куда бежать? Опа, девчонки! Я здесь, кстати. Закрыто, но похоже, что Зед там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Это вирусы, тут не бациллы. Дим, спасибо за сап. Слыханное ли дело? Не знаю, оно не оно, давай попробуем. Тут типа логично, тут больше просто и вариантов нет. Пяточка. Хорошо. Это должно быть Зед. Найс. Оху! Сразу все. Спасибо. Нашел? Нет. А где Зет учетную книгу держит, так и не вытянули. Герцог нас порвет. Но ведь я пробовал. Слишком крепко ты его прижал. Что поделаешь? Ну, хоть карта из Ингрима у нас. Добрый день. О, сука. Ну, Ринго, теперь твой черед. Взять его! Давай, возьми, родной. Че там, пацаны? Мне кажется...
жалкое зрелище. Ого! Вы дерзкие, что ли? Ну, такое. Изенгрим Фаэльтиарна из колоды белок. Интересно, сколько же эта карта стоит? Видно, жалуюсь, что это искать учетную книгу. Учетную книгу? Видно, они здесь что-то искали. Чего? Тут у меня трис легендарка лежит. Здравствуйте. Подожди. Not bad. Колода белок, но они имеют в виду эти. Подожди, а где учетная книжка? Может, я где-то что-то упустил? Это должно быть Зет. Я ее случаем не взял ли? Подожди, стоп, спокойно. Может, наверху? Ой, что-то я носом зашмыгал. Здесь сныкан. Это квест-карта, я так тоже так думаю, что ее заберут. Что слепой. Видно, они такой. Здесь что-то искали. Похоже, именно тех, кому Зак продавал карты. Золтану стоит на это взглянуть. Угу. Чуть не вывалился скворечник. Ой, кста. Отлично. Твой, твой. Как же было дело с Фольтестом? Славлю тебя от всего сердца. И жить. Спрятаться. Золтан, да? Да, твой, твой. А, сыграем в гвинт? Партию в гвинт? Никогда не откажусь. Ха-ха-ха! Сюда, на куканчик. Ну, тогда давай играть. Давай, родной. Это ты вовремя мне сказал. Я, ты знаешь, тоже немного играю. Давай. О, ты девочками, что ли, играешь? О, братик. Ну, давай. Давай, родной. И папе решил... А, противник спасовал? Да? Вот эти вот нельзя, потому что... Короче, катапульты нельзя ставить, потому что я их дудкой дудану. Блять. Можешь поздравить СНГ аудиторию с восточным Новым годом на Урыс. У нас праздник с 22 по 25 марта. Поздравляю, не знал. Поздравляю, Хантер, спасибо огромное. Блять, мороз я на потом хочу оставить. Тут да, тут проще вот так тогда сделать. Просто три скинуть и все. Я думаю, что, наверное, вот так вот правильнее. Мороз сейчас очень понадобится против... этих ссаных этих эльфов он точно понадобится.
О, родной. Ну давай. Но он не вывезет. Прям вангую он сейчас не вывезет. Я не знаю, чем он там должен играть, чтобы он вывез. Ага, давай. Ай, молодец. Давай, давай. Угу. Сюда-ка. Угу. Сейчас будет очень интересно. О-о-о. Давай, давай. Давай всех. Бам. Молодец. Сюда. Жопа тебе, родной. Я тебе хочу сказать прям конкретное. Жопа. Давай еще. Бам. Я бы его, если честно, я бы его прям здесь дожал. Я его просто сейчас дожму здесь и все. Он ничего не сделает. А не сделает он потому, что вот так вот просто мы делаем. И все. Ну что он, ну что, что он может здесь еще сделать? Ну, ну в луков он пойдет литься. Если у него нет... если у него нет... У него 5 карт осталось. Ну что, что он будет делать? О, как! Если у него нет солнышка, то это будет ГГ ему. Ну, это прям будет конкретное ГГ. Ну, у меня целый стак еще, целая рука, он ничего не делает. Ну, допустим. Ну, давай. Ничего не сделает. Казнь. Молодец. Сука. Ну давай, я буду здесь до последнего рубиться. У него 2 карты. Ну, ну что? 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 Что он может? Ну что, солнце он только запустит? Ну, допустим. Хорошо. 56, ну. Так, хорошо, ведьмак. Но он проиграл. Хотя, какого хрена я туплю? Зачем? Зачем что-то париться какой-то там дудкой? Все. Кажется, я выиграл. Что ты хера удивительно? Колода-то у тебя любительская. На, вот возьми карту. Пригодится. Тебе не помешает подправить колоду, чтобы мне за тебя стыдно не было. Попробуй потрясти дружка твоего, Роше. Он говорил, у него хорошие карты. Да? Так. Чего? Кто? Это не лидер ли случаем? Лидер, что ли? Или мне показалось? Ой, хорош! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, моя хорошая, это вообще сейчас было красиво. Слушай, а... Золтан, да! Мне нужна помощь. Я знаю, где Цири. Так что же мы здесь делаем? Поехали за ней! Я-то поеду, но для тебя у меня другое задание. Я хочу, чтобы ты отправился в Каэр Морхен. Я привезу Цири туда. Вскоре после этого по крепости ударит дикая охота, и тогда твой топор нам очень пригодится. Можешь рассчитывать на меня и на мой топор. Спасибо, увидимся на месте. Весемир, блин, а наверное же сейчас там скипнется квест. Минус квест, я понял. Стример не тупой. Дешевые девки, разбавленная. В чем дело-то? Ладно, она страшно. Надо мной издевается. Говорит, никакой я не артист, а просто бабник и брынчала. Ты представляешь? Назвала меня брынчалой. Не
мне все больше нравится эта девушка. Да ну тебя. Ты не возмущайся, а лучше докажи ей, что она ошибается. Как раз это я и собираюсь сделать. Я всегда мечтал открыть кабаре, и это место да, прекрасно кстати, карту для этого подойдет. Вор. Нужен только небольшой ремонт. Есть только одна загвоздка. Мне нужны деньги, так что... Если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцем и Кимой, может, поможешь старому приятелю? А что нужно? Чем я могу тебе помочь? Я когда-то встречался с одной девушкой, с холастикой. Ее отец, купец, возит пряности из Зерика. Я не перезагружаюсь, ребята. В чем доченьке не отказывает. Без обид, ребят. Вот у нее мы и займем. Ладно, говори, в чем дело, а то я чувствую, у тебя уже готов целый план. После нашего внезапного расставания схоластик на меня, наверное, дуется. Но, думаю, если ты немного поможешь, она меня простит, а потом даст взаймы. И чем я тебе помогу? Давай по порядку. Прежде всего, нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам Ирен. Ну, знаешь, такой, каким пользуются во время представлений. Когда ты его добудешь, мы встретимся у дома схоластики. Ну, окей. Допустим, но... Геральт, в этом плане нет никаких «но». Все будет хорошо, вот увидишь. Возьми меч у мадам Ирен, и как стемнеет, увидимся у дома схоластики. Подарочек оставил. А, мне интересно, где... где Роше, во-первых? Роше где-то в жопе, как всегда, да? Даже не удивлен вообще, в принципе. Подожди, стоп. Что он опять задумал? Подождите секунду. Во-первых, здесь где-то Золтан. А, с Золтаном я пообщался, Трис пообщался. Роше и Дикстра, да, остался? А, тогда у меня один вопрос. А не шибануть ли? Ага, мне к Роше все равно, да, идти? Получается. Мне к Роше все равно идти. Угу. Меня вот этот вот квест, он мне, блять, он мне покоя не дает. Ну ладно, пока что рано. Но мы всегда, в принципе, к нему сможем вернуться. Квест останется, не парься, да я не парюсь даже, господи. Слушайте, ну можно... Погнали, чё, к Роше. Чё ещё могу сказать? Давайте... Так, стоп, он где-то здесь. Ага, вижу. Дай меня! Роше здесь... Подождите, Дикстра всегда был в городе. Одну секунду. А, Дикстра был в городе. 100%. Опа. Да. Отлично. Дикстра полюбасу у себя в банях тупит. Это прям вот к бабке не ходи. Ты, не трогай меня. Сейчас мы тогда сначала Дикстру выдернем. И за Дикстрой уже щеманем этого. Хотел вот сказать паркур, ну ладно, не буду. Стражников берегись. Они хуже разбойников.
сволочь. Проголодался. Че это сволочь сразу? Сволочь. Не жарко. Минус 60. Это, я так понимаю, бокс первого левела, да? У тебя есть минутка? Да. Чего ты хочешь? Нужна помощь. Я сомневался, обращаться ли к тебе. А, сабочка плюс. А что там? Добро. Мне нужна помощь. Сейчас подарим. Тебе нужна моя помощь? Это даже интересно. Излагай. Интересно, что Дикстер скажет. Я знаю, что скоро дикая охота нападет на Каэр Морхен. Я пытаюсь собрать все возможные силы и средства, чтобы дать ей бой. Спасибо, ребят. Дикая охота? Только не говори мне, что ты веришь в эти бредни. Это не бредни. Я убедился в этом довольно болезненным образом на собственной шкуре. Прости, но у меня сейчас полно своих неприятностей. Ой, серьезно? Я все еще не отыскал свою пропажу, а твоя помощь пошла псу под хвост. Так что я тебе ничего не должен. Я даже, если честно, не удивлен вообще. Видал ты этих бедолаг, что с Велиной бежали? Серьезная передача. Нифига ты. Последний раз приказываю. У меня встал вопрос. Здравствуйте. Так, порт. Так, все тихо. Там сиськи начали тут. Тихо, осуждаю вас. От серьезной передачи еще раз говорю. Как передавать коины? Да нет, конечно, такой функции. Если была такая функция, это вся система бы по одному месту пошла. Так, мужики, давайте посерьезнее. Так. Кого жечь? Я осудил, осудил, та-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 та
неплохо. Давай, родной, мне бы шпионов еще достать. Это было бы, конечно, круто. А кем он играет? С Севером тоже? Ну, такая себе рука. Сейчас попробую что-нибудь сделать. Раше, да-да-да. Конечно же. Конечно, Раше. Правильно сказал. Ну, давай. Посмотрим, что у тебя тут есть. Что у тебя заролилось. Прикольно. Продушить его легами, что ли? Чё? А, он типа в баллист, что ли, решил упороться? Ну, окей, пусть скидывает все, что есть. Он проиграет. Он типа... Пусть еще одну закинет. Ты два корна потратил? Серьезно? Да без проблем.
блин, рука у меня такая себе в этот раз была. А, он еще и карту берет, серьезно. Это может сказать... Это все очень печально. Максимально печально, братишки. Проиграю сейчас, да, этот. Зачем? А, он типа ее заново кинуть, что ли, хочет? Не хочу эти две карты кидать. Придется. Надо было вот эту не кидать. Не-не-не, ничего я здесь не сделаю. Здесь... Не жопа. У меня три карты. Ему еще повезло, видишь, сразу... О, подожди-ка. Стоп. Сейчас будет интересно, если у него пехи. Ну, конечно же, легендарка. Ну, как же по-другому-то? Давайте просто по фану попробуем. Нет, ну это будет сейчас ГГ. Ну-ка, давай-ка переиграем. Давай как-нибудь еще. Ты меня достал. Геральт. Партию в ГГ. У меня с удовольствием. Ужасный был рука. Просто ужасный. Удачи. Прям максимально ужасный. Насколько это вообще в принципе только может быть. Он отлетает, скорее всего, здесь. Я так думаю. Сейчас посмотрим. Нахер ты спасовал, а? Это генерит, ладно. Сложный такой выбор был. А вот казнь может сейчас сыграть очень злую шутку для этого чувака. Очень злую. Давай я вот так вот начну. Молодец. Я баллисту-то себе верну. Даже не переживаю за это. Я с Йеннифер. Я знаю, что я верну. Я верну шпиона. Ёпта. Вот что надо делать. Точно. Точно. Я верну шпиона с Йеннифер. Затрахала. Блять, шпион у него реально. Че за лажа? Давай, давай, еще одну баллисту закинь. Что он делает? Я просто жду казни специально, прям целенаправленно жду. Короче, лукарей пуливаю.
Казня, сейчас вот сюда закину ему. Сейчас он кайфанет, парень. Неси трон. Мороз бестолковый был. Я бы не сказал. Я бы так не сказал. Но он проиграл. Скорее всего. Две карты, ну... Ну и чё? Привет, Арин, привет. Он проиграл. Вообще без шансов просто. Здесь, ну, с одной карты он ничего не сделает. Три дудки, чувак. Молодец. Тупо три дудки. Выиграл. Рука у меня в этот раз хорошая была. Ты выиграл. Интересно, что он даст. Бери награду. Знаешь, с кем еще стоит сыграть? Я слышал об одном картежнике. Он недавно заезжал в Новиград. Что интересно, тоже ведьмак. Ламберт его зовут. Кстати, из наших знакомых еще Таллер, страстный игрок. И колода у него интересная. Он сейчас где-то в этих краях ошивается. Попробуй с ним сыграть. Таллер. Где все эти люди? Если они рядом, то вообще изи. Окей. Ты меня достал, Сидор. Сейчас мы к нему вернемся. Что за карта? Кто-нибудь... Ведьмак ведь не может оспой заразить, а? Может. Так. Что за прикол сейчас такой был? Дарик, спасибо огромное. Пойдем пить, чудовищ! Ильдарик, я не обещаю тебе волос. Под вопросом. Это я обожралась, как бы с коня не свернулся. Погоди, здесь... Ты, брат, королей порешил. Где Ламберт? Мне для храбрости нужны три вещи. Хорошо поесть, хорошо выпить. Подожди, а почему скипнулся этот? Проголодался. А, вот ты, господи, Таллер. Правду говорят, что ты... Я вообще... Видать, уже перестримил уже. Хочу поиграть. А севером опять. Так, у него эльфы, мороз нужен. Ох, блядь. Вообще без шансов просто. Я не знаю, что он здесь делать будет. Вообще без вариантов, по-моему. Я не знаю, конечно, там может быть у него леги какие-то переточенные, там еще что-то, но... Я даже, если честно, я не представляю, что он здесь сможет сделать. Да давай даже вот так. Давай, давай. Казнь уже наготове. Он в этот раунд столько карт вкинет,
Противник спасовал. Красиво. Может, у него шпион будет? Керик, спасибо. Ладно. А вдруг шпион? Легу нельзя забирать. Так. Рис, сейчас он, сейчас легендарки все пойдут. Прям я уверен, очень много легендарок сейчас полетит. Давай сразу мороз накинем, чтобы ребята кайфовали. Ой, красиво. Давай. Ну. Идеально, парни. Идеально. Угу. Угу. Вообще просто. Просто лучший. Да, пусть еще вкинет. Пусть прям нормально закинет. Ливень. Угу. Ну-ну. Давай. 3 в 3 у меня казнь. Чучело. А-а-а. Молодец. Блять, у меня чучело было. Тупой. Здесь я зафейлил немножко. О-о-о. Я понял. А казнь. Я понял. Руина в деле. Я, кстати, не знал, что казнить нельзя эти карты. Я здесь проиграл 100% сразу. Выбирай же. Еще раз сыграем. Я очень много здесь затупил. Кстати, я не знал, что казнить нельзя эти карты. Вообще не знал. Сейчас попробуем еще раз. Так. Чепоник. Мог же выиграть, да я что-то очень много купил. Да ладно, лол, у меня что, ведьмак завис? Вы видите вообще? Вы нормально сейчас видите? Прикольно, у меня как-то он в окошке открылся. Погодите-ка. Жесть. Он у меня как-то очень странно открылся. Чучело. Ой, молодец. Ой, молодец какой. Угу. Альтентер не работает. Завис. Как же сделать-то? Бля, 11 карт, 6. Секунду, что-то мне так прям некомфортно играть вообще. Дико некомфортно сейчас всяко. Ну, алло, почему в окне-то?
Короче, его надо будет F11. Не работает. Странно. Короче, давай доиграем, ладно, разберемся. Пулить его здесь или не надо? Я его здесь допулю, он здесь мне ничего не сделает. Вообще абсолютно. Четыре карты. Что ж такая напруга-то, ёпта, идёт. Ну, он проиграл здесь 100%. Кто больше нравится, Трис или Йен? Я отвечал на этот вопрос. Трис больше по душе. Проиграл. Три карты в запасе. Вот пизда. Ты представляешь, сколько я собирал эту замудоханную колоду? Нет. Кстати, ты не знаешь еще каких-нибудь умелых игроков? Самое главное, с хорошими картами. В последнее время все только и говорят о каком-то Ламберте. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. О, дождь собирается. О, я думаю, что прям вот так вот можно делать. Тут жопа просто. Мне шпионов не хватает. Спасибо огромное, Лекс и Виндиго. Спасибо, родной. Дьявол шел кривой. Как называется квест? Как квест только что назывался? Старый знакомый? Нет. Как-то... Что там старый товарищ? Старый знакомый? Нет. Старые друзья? Сань, спасибо. Старый товарищ, вообще нет такого квеста. Я не вижу квест этого. Старый знакомый, но это не то.
просто жесть вообще какая-то. То ли я у него просто выигрывал уже. Короче. Все, я понял. Поехали. То здесь можно долго, надолго так подзалипнуть. Пойдем по основному квесту. Мы кровью заплатим за свободную Тимерию. Смерть! Ты меня достал, Седой. Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр-Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Я думаю, он не откажет. Геральт, мы неплохо друг друга знаем, и ты понимаешь, что я бы никогда не отказал тебе. Но прямо сейчас мы остались без базы. У нас проблемы с поставками оружия. Короче, он соскакивает. А вдобавок Бьянка жрет мне мозги. И пока я не разберусь, хотя бы с последним, никуда я поехать не смогу. Вот ты мне скажи. У них в Новиграде правда. Подождите, такая... ну давайте поможем. Геральт из Ривии, живой и здоровый. Что за проблема? Говорил, у тебя какие-то проблемы? С Бьянкой. Она взяла пару людей и ушла за реку. Бить нильфов в Еворнике. И что? Вроде партизаны этим и должны заниматься. Да, если им сначала приказали. Да, нам надо помочь. А я запретил ей покидать лагерь. Бессрочно. Ладно, у тебя проблемы с дисциплиной. Я-то как могу помочь? Не думаю, что Бьянка вошла в деревню. Скорее, она с ребятами засела в соседнем лесу. Надо найти ее, пока она не пошла в атаку, и остановить. Ты мастер читать следы. Помоги мне. Да вообще изи. Можешь на меня рассчитывать. Спасибо, Геральт. Я твой должник. Тогда встречаемся в Велине под деревом висельников. Оттуда до Еворника рукой. Что-то мне даже помню это дерево. А правда, что ты когда-то королей убивал с нашим командиром? Эх ты, растяпа! Дерево висельников, это же... Только как ее? Мы кровью заплатим. Это же где-то... Да-да-да-да-да. Тут есть отдельный даже порт сюда. Милое дерево, ага. Вон они висят, пацаны. Грустят. Мы здесь карту с вами находили, точно. Что это такое? Ты ёпта. Я понял. Деревня внизу. Там уже черно от нильфов. Они казнь готовят. Бьянки не видно. Она порывистая, но не дура. Ждет удобного случая. Может, хочет ударить после захода солнца, когда... Что еще? Люди трое, легко вооруженные. Пытаются подобраться поближе. Там у... Смерть черным! Атма! Кирхэ! Похоже, мы опоздали. Геральт, надо ей помочь. Да давай, родной, давай, сейчас поможем. Сейчас ворвемся. Я не знаю, правда, чем это закончится. Давайте F5-очку прожмем. Мне кажется, это очень херово закончится сейчас. Ну? Не шутя. Сколько мне еще ждать? Не... Ты кого? Я сейчас выгу, давайте сразу на минус. Мне повезло сейчас просто как невероятно. Янку эту еще бьют, твою мать! Где она? Где она? Блять. Иди, иди сюда. ГГ, короче. Не, ну это здесь, ёпта, ее зажали в угол просто.
Да дай ты, сука, пройти! Где он? Только не убей ее, я тебя Христом... Сейчас он ее убьет, это будет самая эпичная херня, которая вообще только была со мной в играх, наверное. У тебя сегодня плохой день. Мать, живи, а пожалуйста, родная. Ты жива? Нет, там все, все, все как у тебя, хорошо все. Про Рошей этих вообще зарешал. Бьянка, мать твою, ты рехнулась! Ты игнорируешь приказы, идешь на самоубийственное задание. Я не знаю, как я ее заставил. Вместо того, чтобы надеть кирасу, ты лезешь в бой в рубахе, раскрытой до пупа, с сиськами наружу. Ты мне не отец, Роше, и не тебе говорить, как мне одеваться. Я твой командир, и ты будешь меня слушать. Ты по-прежнему сиськи в армии, наружу, мать хорошо. Твою, за ногу. Это армия тратил мне в бухту. Они нам помогли. Дело солдата, Бьянка, убивать, а не спасать. Если тебе это не нравится, иди к сестрам Милители. Учись на знахарку. Ёбаный хер. Давай оружие. Получишь обратно, когда образумишься. Если образумишься. Хадость. Идем. Найс, найс, оружие дала. Френ. О, у нас пленный. Ого. Похоже, вы взяли пленного. Мы пленных не берем. Роше, ты забрал мой меч, но я и так справлюсь. О, конечно, спасибо. Оставь его. Хватит здесь трупов. Что? Не знаю, ты меня слышала? Да, и я поверить не могу. Он пришел, чтобы убивать гражданских. Он нас видел. И ты дашь ему просто так вернуться к своим и все рассказать? Имгыр и так знает, что мы убиваем его людей. Пусть увидит, что мы умеем проявлять жалость. Не-не-не-не-не. Роше прав. Кроме того, убить безоружного. Роше, да что? Он без оружия, ребят. У тебя яйца отсохли. Это же садисты, оккупанты. Нет. Опускаться до их уровня. Ты, Нильф, вали отсюда. Морантайнг. Сдирмандава. Иди, пока я не передумал. Не-не-не, ну он без оружия, ребят. Ну че его? Как что смыслом мы его грохнем? Ладно. То, что они такие. Идем, пока патруль не появился. Мы же не должны быть. Спасибо, Геральт. Если вдруг что, ты знаешь, где меня искать. Братик, конечно, знаю. Сейчас мне пойдешь помогать. Сейчас в Каэр Морхен полетишь. Теперь ты уже не соскочишь. Из-за Бьянки. Из-за Бьянки здесь вообще без варика будет теперь соскочить. Но здесь спорно, согласен. Но здесь такое, знаете, здесь... На войне, как говорят, там... Все средства хороши, но... Здесь не знаю, ребят. Здесь под вопросом. Ты тут бывал, да? Здесь нет, знаешь, такого, что там... Так правильно или так правильно. Это философия войны, ребят. Сложно очень. Как все это кончится? Геральт из Ривии. Живой и здоровый. Мне нужна твоя помощь в Каэр Морхене. Я хочу привезти туда Цири, а за ней должна появиться дикая охота. Ты не отвернулся от меня, когда я был в беде. И я отплачу тебе тем же. Благодарю. В бою, который нас ждет, твои умения могут оказаться незаменимыми. Я подумаю, брать ли с собой Трис, Бьянку. Трис. В любом случае, до встречи в Каэр Морхене. Трис. Так. Плюс один. Плюс один. Один неверный шаг, и их хер оторвут. Плюс один. Так, у нас уже нас немало. Нас прям очень хорошо уже собирается. Мне теперь интересно, кого мы еще можем подтянуть. Это вопрос, конечно. На Скеллиге. Даже так. Мышавура, думаете? Ну, здесь они два в одном стоят. Подожди, а крах? А где же крах?
Почему я не пойму, почему все на Скеллиге ведет? Давайте на Скеллиге. Сейчас разберемся. Расколдовать Уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям Йеннифер и всех ведьмаков. Оказалось, что самый отвратительный человек на свете — это вовсе не человек, а тот самый эльфский чародей, который сопровождал Цири во время ее бегства от дикой охоты. А Валак, под этим именем он был известен нашим героям, сообщил Геральту, что Цири находится в убежище на острове Туманов. Друзья мои, я так думаю, что это будет уже вторая серия, но с Ютубом я хотел бы на сегодняшний день попрощаться. Ребятки, ссылочка на плейлист внизу в описании. Всем удачи, всем пока, берегите себя, ребят, лайк, комментарий, как всегда, с вас. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.